здравия, добрый молодцы, красный девиц. Приветствую вас на моем канале Зарема Муза. Роза Александрова, мой подписчик, попросила меня снять местный рынок. Вот мы идем с вами сегодня на рынок. Погода просто класс, как мне и обещали. Я иду, солнышко светит. Я могла бы переключить камеру, но у меня в левой руке финики. Вот, у меня заняты руки. Я сейчас буду подходить к рынку. Как у вас погода в ваших регионах? Ну, у нас вроде еще завтра дождь обещают. Вот. Я с собой взяла сюда штатив. Но у меня штатив неудобный. Мне проще снимать без штатива. Вот, смотрите, это вход. Ну, сюда вроде бы есть два входа, насколько я помню. Я здесь была уже несколько раз, брала себе фрукты, мою основную пищу. Я, наверное, не буду снимать лица продавцов, просто буду товары, да, снимать. Сейчас немножко прогуляемся с вами. Вот, и посмотрим, что у нас тут есть. Ну, я здесь точно знаю, что есть урбеч, фрукты. Естественно, рыбы много. Смотрите, много специй. Ну, я нашел. Здесь очень много специй. Вот, заходим, только начало. Уже изобилие фруктов, овощей. Так. Это она каркмасово получается. Так. Сейчас я вам покажу. Я сейчас иду вообще к урбечу. Смотрите, чего-то только нет. Все еще. Так. Много еще отделов закрыто, что рано пришла. Так, идем, идем. Я просто немножко путаюсь, потому что я здесь была от силы два раза. Смотрите, какой большой рынок. Тут есть еще и косметика. Да, да, сейчас мы идем на большой рынок, где есть рыба и урбеч, и мед. Сейчас проходим через одежду. Одежда, товары. Вот. Мочалки. Посуда. Вот этот рынок, как раз здесь приходил, здесь было много туристов. Так, сухофрукты, орехи, которые я не ем. А, вот я сюда уже подходила, вот здесь про урбеч. Здравствуйте, а можно немножко ваш товар снять? Пожалуйста. Это вот мед и урбеч. Вот, смотрите, какого тут только нет. Урбеч – это истинный дагестанский продукт. Перетирание орехов идет. Вот это льняной, мой любимый льняной урбеч. Это льняной. Да, льняной. А вот это абрикосы и сладкие косточки. Абрикосы вообще очень полезны, ребят. Очень полезны для сердца тоже. Да, да, да. Смотри. Еще. Вот это ассорти. Все есть здесь, кроме этого льна. Ага. А еще бывает такое, что мед добавляет и масло, да? Вот это надо сюда мед, масло. Ага, все. Я буду что туда обязательно. Угу. Спасибо масло. Большое. А вот это вот чисто миндальное тоже. Для мозга питания вообще полезно. Кто за компьютером да. сидит. Кто учится, им полезно. Есть тыквенные семечки, урбеч, есть арахис, кунжут, кокос, разные. Есть. Кокос мой самый любимый. Кокос мой самый любимый. Кокос тоже очень вкусный. Давай попробуй. Блин, у меня жвачка во рту. Ладно, давайте жвачка, попробуем. Жвачка, Викин, это ерунда. Жвачка зачем? Она у меня лечебная, это березовая. Лечебная. Это березовая да, жвачка. Это очень полезно. Да, это у нас из Башкирии жвачка. Вот я жвачку положила. Да, я из Башкортостана, да. У нас тоже делается. У вас тоже делается? Конечно, вот это вот. Вот это, березовая. Да, да, да. Так, давайте. Посмотри. Вкусно очень. Когда с мельницы, она выходит жидкая, как вода. А стенит вот такой кусочек. Кусочек поесть и поесть на весь этот день хватит. Очень полезно. Сытно очень. Сытный тоже. Нет, я у вас завтра возьму, просто у меня, видите, руки заняты. Я у вас завтра возьму льняной урбеч. Хорошо.
Я буду ждать, приходить. Ладно, как вас зовут? Вот мое имя. Назибат. Да. Угу. Все, второй рынок, ребят, к Назибат подходим. Это вот, я просто... Возле сырного ряда, да. Возле сырного ряда. Приезжайте, мы хотим... Это же второй рынок, да, получается? Да, второй рынок. Там вот рыба, я сейчас еще рыбу сниму. Ладно, спасибо большое. Спасибо, хорошего вам продаж. До свидания. Так вот, мы считаем, получается. Здесь травы. Мать и мачеха, мелисса, душица, цветы боярышником. Представляете, тут делают березовые жвачки. Здравствуйте. Здравствуйте, радость моя. Ладно, к вам еще придем. Здравствуйте. Так, я сейчас рыбу вам покажу. Рыбу. Что-нибудь дам. Вот пошла у нас рыба. Рыбные ряды. Роза, ты просила. Какой тут только рыбы нет. Вот, смотрите, какая огромная рыба. Здравствуйте. Так, идем дальше. Нам не туда надо. Вот меня угостили. Я теперь... У меня во рту теперь сладко получается. Карп у нас дальше. Кстати, сегодня тут, может быть, из-за того, что я рано пришла, пока рыбы не так много. Смотрите. Ядрёна копоть. Смотрите, сколько рыбы, ребята. Ребзочки мои. Как вкусно пахнет. Смотрите, а тут всякие еще барсучий жир. Я также иду вон. Жвачку несу на финиках. Смотрите, она прямо так вот висит и сушится. А на море белый песок. Тут ходить все не исходить, понимаете? Можно даже вторую часть снять, если захотите. Так, потом тут... Я сейчас заплутаю и вообще не расплутаюсь тут. Мне еще дальше по делам идти. Смотрите, орехи, горные орехи. Орехи мы не едим, это не мой продукт. Вот, смотрите, что только нет. Смотрите, какой рынок огромный. Сухофрукты. Фрукты. А, я еще жду, знаете, я в какую сторону, не помню, клубники тут море. Я еще иду и говорю, клубника бомба, честно говоря. Это у нас здесь местный, есть такой знаменитая личность, блогерская, Хазбик Хазбудин. Вот он, получается, вот этот прикол сочинил насчет клубники. Клубника бомба, честно говоря. Может быть, видели. Он живет в Махачкале. Так, выходим, получается, на фрукт. А, вот, я вот здесь, получается, вот раз вроде бы брала. Вот, смотрите, вот клубника. Клубника. Так, сейчас бы, чтобы не заплутать. Вот, смотрите, пошли ряды клубники. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, смотрите. Все, пока еще я вам показываю. Специи, паприка, аджика, приправа для супов, барбарис, тмин, свежий кунжут. Здравствуйте. У вас тоже есть матрешка, у вас душица тоже есть, да? Ты черную жвачку жираешь. Да, у вас тоже, говорят, делают, да? А чё, а где делают? Там гора делает. Это, а я из Башкирии, это у меня в Башкирии живой. Кора дуба делает. А я из березы люблю. Да. Это березовая? Да. Меня просто сейчас угощали этим. Урбичом. А я жвачку жевала, она говорит, бросай жвачку. Вот. Ну хорошо тогда. Я тогда здесь вообще могу остаться жить, если здесь делают. Это я без жвачки не могу. Спасибо. Смотрите, сколько специй. Так. Получается. Если нужен еще дополнительный обзор, я могу снять вторую часть. Потому что я галопом по Европам. Ну, а в принципе, а что еще здесь показывать? Фрукты, овощи, специи, рыба. Чего тут только нет. Клубника. Вот тут вовсю. Сейчас вот я даже не знаю, в какую сторону мне идти. У меня же вообще топографический кретинизм. Как я еще с таким топографическим кретинизмом путешествую? Я немножко еще себя сниму. Так, я отсюда выйду или не выйду?
тут огромный, ходить не исходить, да? Как вам такое? Вот, идем пока еще. Извините, что так быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик идет со мной здороваться. А я теперь не знаю, откуда выходить. Смотрите, сколько меда здесь, горного меда. Это Махачкале. Я уже вам объяснила. Только это что у нас продается здесь? Это гранат вроде бы, да? Здрасте. Здравствуйте. Приветики. О, смотрите, хомячки дрыхнут. А, нет, эти уже не дрыхнут. Бисер. О, я же люблю бисером заниматься. Смотрите, бисера сколько. О, это всякие канаречки. Вот. Так. Скажите, пожалуйста, а где здесь выход? Скажите, пожалуйста, а где здесь выход? Выход туда. Ага, спасибо. Спасибо большое. Зарема заплутала. Одежда. Бюстгальтер. Так что приезжайте в Махачкалу. Здесь с голоду точно не умрете. Здравствуйте. Здрасте. Вот выходим. Я где, откуда вышла, откуда зашла, туда и выхожу, оказывается. Слава Богу. Вот здесь не сидите. Вы понимаете, что я говорю? Заберись. Иди вон туда. Разборки с утра пораньше. Вот, значит, я вышла. Сейчас я переключу камеру на себя. Я, смотрите, сегодня тепло оделась, но можно было уже не надевать куртку. Но я перестраховалась. Сегодня солнышко. Просто завтра еще обещали дождь опять. Что такое? А что у меня с прической? Немножко ветерок. Я просто, видите, это финики с собой взяла. Сытная вещь. Махачкалинские. Не знаю, махачкалинские, не махачкалинские. Перекусить. Сегодня просто много дел. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока!